Мы столько пережили вместе. Вчера ей сказали диагноз. Я морально не был готов. Сейчас все мои мысли о том, как найти оптимальное решение. Нам говорили, что мы с ней как две капли воды. Хоть она и старше меня. Папа всегда говорил, что мы должны поддерживать друг друга. А сейчас я не знаю, как ей помочь. У нас с мужем в этом году должен быть юбилей. 20 лет вместе. Даже сейчас она шутит. Говорит, моя очередь носить ее на руках. Когда я был маленький, она со мной научилась. Хорошо, что мир не стоит на месте. Теперь я могу ей помочь.